Господи, опять что ли стираешь? Ну, конечно, вам платье ее грязное. Бабушка, какого черта ты платье мое постирала? В чем я, по-твоему, на свидание пойду? Ты вообще оборзела, что ли? Оборзела это ты, малявка. Стираю, убираю, готовлю. Никакой благодарности. А платье твое постирала, потому что блевотиной воняет. Да мне пофиг, что платье через 5 минут было готово. Иначе можешь собирать свое шматье и валить в дом престарелых. А что ты говоришь, Жень? А ты чего стоишь-то? Ты чего слушаешь? Так, мне это надоело, теперь послушала меня. Шмотки через 5 минут собирать будешь ты, поняла меня? Быстро в комнату шмотки собирать! Пап, ты чего? Тебе что, непонятно, что ли? Вон отсюда! Быстро, иначе они с окна все полетят! Пап, ну и куда я пойду? Меня это не волнует, на, шмотки собирай свои, быстро! Со взрослыми разговаривать, смотрю, я не научилась вообще, да? Пап, ну извини, я больше так не... А что ты передо мной извиняешься? Бабушка сидит в слезах вся. Из-за кого? Из-за тебя. На, забыла футболку свою. Папа, ну пожалуйста. Не я не тебе сказал, собирай шмотки, иначе они все полетят из окна. Ну подумай, ладно, давай простим ее, а? Ну ошибается каждый, а? Давай, она не будет больше. Бабушка, ты слышишь, как она с тобой разговаривает? Она не будет больше. Она же не любит тебя. Еще раз, Оля, еще раз, и все шмотки полетят папа, из окна. Я обещаю, что я больше так не буду. А ты пойдешь в детдом.